серия видео «За что я люблю Турцию» и конкретно город Мерсин. Сейчас вот только что привезли шашлык. Стоит он 45 турецких лир. Что это за шашлык? Это куриный шашлык. Знаете, какой его объем? 1 килограмм. 1 килограмм куриного шашлыка за 45 турецких лир. Это меньше, чем 450 рублей по сегодняшнему курсу. Смотрите, здесь вот такой салатик идет бонусом. Есть доставки более дешевые, которые стоят 35 лир. Там еще перчики маринованные кладут. Это чуть подороже, но она просто классная доставка. Находится на D400. Около соли центра. В Мезетле, в Мерсин. И здесь целый килограмм шашлыка, который просто тает во рту. Просто ням-нямка. Бывают кусочки маленькие, такие совсем привозят. Бывают вот такие, это отделенные от костей. 45 лир. Представляете, здесь его сколько. Это просто очень много за такие деньги. В России я такого не видел. То есть просто 45 лир. Доставка включена. Офигенский вкусный шашлык. Салатиком. С доставкой на дом. Контакты будут в описании. Рекомендую. На WhatsApp отвечают. Просто фантастика. Ням-ням. Рекомендую. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в нашу группу в Фейсбуке и присоединяйтесь к телеграм-каналу.